В субботу в Тюмени прошел второй по счету фестиваль уличного искусства Free Music. Погода не смогла испортить праздник хип-хопа. Десятки тюменцев собрались у молодежно-театрального центра «Космос», где выступали местные рэперы, битбоксеры и фристайлеры. Всего было больше 20 участников, и Никита Белов тоже услышал музыку улиц. Вот так в формате импровизации парни могут творить часами. Воспроизвести любой ритм и популярный музыкальный жанр для них не проблема, ведь они с самого детства в уличной субкультуре. Скоро им предстоит сразиться на сцене в битбокс-баттле. Руслан Кравец приехал на тюменский фестиваль Free Music из Сургута. Говорит, здесь публика более охотно воспринимает его творчество. Это моя инициатива, я за развитие битбокса. За развитие битбокса в России и особенно в нашей Тюменской области, в Сургутском районе. В Сургуте есть битбоксеры, но они не так проявляют инициативу и не так активничают. А здесь вот собирается народ. Несмотря на плохую погоду, несколько сотен человек фестиваль посетили. Многие были с маленькими детьми и остались приятно удивлены тем, что услышали. Давайте ручки в воздух! Пускай это будет уличная субкультура, пускай это будет андеграунд, пускай это будет феерическая музыка какая-то. Лишь бы нравилось молодежи, глядя на сцену, когда выступают такие молодые парни, и так битбокс выдают, это просто шикарно. Первый прошлогодний фестиваль проходил 3 дня. Тогда на сцене выступили более 30 музыкантов. В этот раз программу сократили, но к выбору исполнителей подошли тщательнее. Сами артисты сетуют, уличная субкультура еще не до конца признана в обществе. И такими фестивалями они хотят исправить ситуацию. Free Music мы проводим для того, чтобы привлечь внимание к уличному искусству, рэп, битбокс, фристайл, хип-хоп. Все, что есть на улице, мы привлекаем сюда, чтобы показать, насколько это круто, насколько это масштабно. На фестивале были и приглашенные гости. Например, Боб Миллер приехал учиться в Тюмень из Ямайки. Тяга к хип-хопу была настолько сильна, что он даже открыл свою звукозаписывающую студию в областной столице. А сейчас готовится к гастрольному туру по стране. Когда есть такие люди, не возникает сомнений, музыка будет жить. Никита Белов, Алексей Красных, Тюменское время.